Наша Света переквалифицировалась на мужские пиджаки. Принесла нам как образец Том Форд. Ну, а вот это сейчас постараюсь вам показать, что у нас получилось. Видите, какой пиджак мужской? Большой у нас дяденька такой, большой дяденька. Солидный. Вот с таким отрезным бочком, который заходит обязательно на спинку. Вот обратите внимание, да, что мы шьем. Светочка у меня шьет, конечно. Мне до Светы далеко. И вот такой вот мы воротничок сделали. А еще вот такой вот интересный, ну, такой обыкновенный двушовный сделали рукавчик. Тоже, я думаю, вам любопытно будет посмотреть. И потом мы проверяли контрольное измерение, да, с нашим пиджаком Том Форд. И у нас все совпадало. Да. И мы были счастливы. Браво. Жаль, что вы не видели наших эмоций. Но мы были счастливы. Вот. Приходите к нам учиться. Да, да Света? Света да. как раз закончила мои курсы. И как раз идет у нас набор, на очередной набор на осень. Приходите. Вот. Приходите. А Света всю жизнь проработала экономистом, бухгалтером. И, наконец, года 3 назад, да, Света? Да больше. Больше уже. Mm-hmm. Бросила это дело и начала шить. И она у меня такой универсал. Как она шьет, вы бы только знали. Мне до нее далеко-далеко. Я никогда так не смогу шить, как шьет наша Света. Да, конструирование у Галины Леонидовны четкое. Вот. А технологии у Светы. Спасибо. Да. К ней даже ученики просятся уже. Вот сейчас мы одну ученицу разрешили себе взять, да, Светочка? Да. Вот такие вот у нас Спасибо. Истории хорошие. Так что любите свое дело, увлечение. Может, у вас будет такая же вот нормальная человеческая жизнь. Света берет очень высокие цены за свою работу. Но самое главное, что у нее находятся клиенты, которые хотят оценить ее высокое мастерство соответствующим образом. Спасибо. И получить уникальный результат. Нет, это жизнь. Это получилась реклама, мы даже этого не хотели. Я хотела снять для нашей да. Лены обыкновенный контент. Ну, как каждый творческий человек хочет продолжения, да, и все получается. И все получается, да, вот. Так что ничего не бойтесь, творите, идите вперед, да. Рискуйте, и будет победа, и будет самое главное радость.